Приятно, когда в семью возвращается память. Приятно, когда семья еще больше получает не только история, но и вот эту капельку крови, о которой сегодня говорили в самом начале. Нет высшей чести присутствовать на столь трогательной, исторически памятной вахте, как вручение достойным людям, которые посвятили свою жизнь Отечеству, но не дождались этого прекрасного момента. А внуки, внучки несут эту честь дальше. Я горжусь этим и вручаю с удовольствием. Хочется поблагодарить вас, дорогие наши ленинградцы-петербуржцы, за то, что вы несете ту нравственную силу, которая позволила сохранить город, который и до сих пор существует в сердцах всех ленинградцев-петербуржцев, за то, что вы продолжаете нести эту силу и отдаете ее окружающим. Спасибо вам. Низкий поклон от всех ленинградцев. Спасибо большое. Проходите, пожалуйста.